Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан, и сегодня у нас Бам-Бам. Я знаю, что многие из вас ждали перевода реакции именно этого человека. Фабрицио – это бразильский музыкант и певец. Всем приятного просмотра, но перед началом небольшая реклама. Многие в комментариях спрашивают, где я изучал иностранные языки. Я учился в Кустанайском государственном педагогическом институте и отдал этому 4 года. Если у вас есть желание выучить английский язык и не тратить на это так много времени и сил, я предлагаю вам Skyeng. Это крупнейшая в Европе школа английского языка. Вы можете заниматься где угодно и когда угодно, из дома, на работе или в путешествии. Вас ждут опытные и квалифицированные преподаватели. Заниматься можно с компьютера и с телефона. Нужен только интернет. Занятия проходят один на один с учеником по видеосвязи. Здесь вы можете выбрать любую интересующую вас программу изучения английского языка, в зависимости от вашего уровня. Также в Skyeng сейчас действуют скидки, это -55% на все курсы. Акция закроется через 3 дня. Переходим по ссылке в описании, вводим свои данные и получаем бесплатный вводный урок в подарок. Желаю отличной учебы! Привет, ребята! Это Бам-Бам. Я певец и композитор из Бразилии. С сегодняшнего дня я начинаю делать видеореакции. И я начну с... Димаш Кудайберген. SOS. Французская песня. Очень-очень красивая французская песня. И такая сложная для исполнения. И давайте начнем. Перед тем, как мы начнем, мне кажется, это какое-то российское шоу. В прямом эфире. И Димаш исполнит песню SOS вживую в этом году. Это было в этом году. Ладно, погнали. Обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Это российское шоу. Да. Ладно. Чего? Что? Низкий диапазон? Сопрано? Какого? Отрывистая сопрано. Эти ноты стаккато. Было два голоса, низкие и сопрано. А сейчас это уже в поп-стиле. Какая интерпретация? Опять низкий голос. Так, пауза. На пару слов. Вот эти высокие ноты. Их настолько тяжело воспроизвести. Очень тяжело уравнять. Головной голос
И грудной голос. Это смешанный голос. Наичистейший смешанный голос. Это же так тяжко. А он делает это в прямом эфире. Окей. Красотища! Идеально! Всем своим телом! Здесь все! Это что, нота ми? Ми-5, Ми-6? Вот это интерпретация. Драма. Безупречно. Язык его тела. А теперь мощь. Да ё-моё! Мессера! Ёшкин! Как? А сейчас этот воздушный голос. Вот это исполнение. Настолько эмоционально. Ёлы-палы, карнавалы. Окей. Столько... Здесь столько всего анализировать. Это живое исполнение. И это совершенно нелепо. Слова точно не объяснят, как... Как он выжимает... Эмоции из музыки. Реально, я не знаю, что сказать. Я всего лишь бразильский певец. И я хотел бы говорить на португальском. А на английском... На русском выразить все то, что я думаю об этом. По-любому я буду смотреть и слушать его еще. Этого парня. Он так молод. И настолько... Настолько эмоционален. Такое заряженное выступление. А его техника — это... Я прежде такого не слышал. Может, и слышал такую технику. Но не с таким контролем и мастерством. Окей. Надеюсь, вам понравилось.
Моя первая видеореакция. И я начал вот... с вот этого... выступления. Что тут еще добавишь? К этому выступлению. Да, вот это начало, конечно. Всем спасибо за внимание. У Фабрицио есть еще много реакций на Димаша. Я их обязательно переведу. Просьба подписаться на его канал. Ну и всем, кто хочет начать изучать английский язык или подтянуть свой язык, ссылка будет в описании. Всех обнял, всех люблю. Пока!